Я поздравляю тебя. Большое спасибо Дауту и Чили за то, что они как бы кайфово сыграли, как бы поддержали все. Да. Мы их очень любим, они кайфовые ребята. Ай, а мне нравится твой парень. Айпад халяр лучше, чем Мария и Агейнс. Честно говоря, лучше, чем Агейнс Твит, точно. Агейнс Твит вообще бат. Следующая песня. Как бы, я спасал, что как только у Максима появилась другая группа, весь политизированный месседж немножко, по большому счету, еще утек туда. Но у нас есть две важные темы. Мы против войны, против фашизма и против гомофобии. И эта песня против гомофобии. Три важные темы. Ну, три. Еще больше. Это же просто праздник какой-то. Валерия Фокетес, она о том, что вы можете танцевать с кем угодно и любить кого угодно, никого это не имеет.